Простой, недорогой, вкусный и сытный салат сегодня мы будем готовить. Этот салат отлично подходит как для праздника, так и просто для ужина, обеда или перекуса. Друзья, и снова здравствуйте, с вами Маша, и вы на канале «Вкусно, просто и доступно». Сегодня готовим доступный, вкусный, сытный салат, который понравится абсолютно всем. И для этого салата нам понадобится всего лишь 3 ингредиента. Куриное сердечко 0,5 кг и куриная печень. Сердце и печень хорошо промываем и отправляем по кастрюлям. Варить лучше, конечно же, всего отдельно. Когда все закипит, я добавила соль, лавровый лист и перца горошком по вкусу. Печень у меня закипела, я проварила ее 7 минут до готовности. Все, печень готова, а сердце я варила 1 час. Я вместе не варю, так как печень будет просто резиновая за это время. Вынимаем все из воды и даем остыть. А за то время я замариную лук. 150 грамм лука нарезаем тоненько. И замаринуем. Я добавляю 1 столовую ложку сахара, 2 чайные ложки соли и 2 столовые ложки 9% уксуса. Все нужно между собой перемешать и заливаем водой. Я заливаю водой холодной, таким образом у нас лук будет хрустеть. Но если вы хотите, чтобы лук был мягким и нежнее, тогда заливайте кипятком. Сердце и печень остыли, и я нарезаю. Обязательно от сердечек нужно отрезать вот эти вот трубки и жир. Каждое сердце я разрезаю на 4 части. Печень также нужно измельчить, но она мягкая, поэтому она не так хорошо держит форму, как сердце. Отправляем все в глубокую емкость. Лук за это время промариновался, я отжала всю лишнюю жидкость и отправляю к остальным ингредиентам. По желанию я измельчила еще зубок чеснока и немножечко зелени, у меня это петрушка. Добавлю перца для вкуса и остроты. Хорошо все нужно перемешать. И я заправляю этот салат майонезом. Но можно сделать и соус сметана с горчицей. Или же греческий йогурт с горчицей и солью перемешать и заправить, будет тоже очень вкусно. Такой салат получается необычный, он недорогой и очень-очень вкусный. Он сытный и интересный. Не сразу все догадаются, из чего этот салат приготовлен, а мужчины точно оценят ваши старания. Ну что ж, друзья, вот такой вот простой, доступный, вкусный салат. Если он вам понравился, подписывайтесь на мой канал. Не забываем про колокольчик. До новых встреч, друзья. Пока-пока, увидимся и готовьте с любовью.